Алло. Елена, вы еще на меня наезжаете? Вам не стыдно? Ой, мне совсем не стыдно. Я о вас была намного лучшего мнения, понимаете? В руках собака, блин, с поводком. Этот бельчонок масюсенький, вы говорите, что вы везете хрен знает откуда и не можете подъехать к ней. Я должна... Я не говорил, что я могу куда-то поехать. Я ничего не обещал. Я вам сказал адрес, куда надо везти бельчонка. Вы ездите за своими птичками хрен знает куда, за котятками, которые масюсенькие, которым легче им лучше, чтобы их усыпили, чем вот это лечили. Ну не вам решать, кого усыплять, а кого не усыплять. И ну не если, оно очень-очень в тяжелом состоянии, понимаете? Я с ребенком сижу за Киевом. Куда я смогу приехать? Вы вообще адекватная или нет? У вас очень большая команда. У меня команда 2 человека с половиной. Моя команда, чтобы вы знали. Большая команда. Я сейчас позже, если кто-то из читателей сможет, подъедет.